Приветствую вас, друзья! Сегодня продолжение темы замены лампы P21W на светодиодные. В прошлый раз помните, что данную замену и тест сравнения я проводил на Lada Granta, а сегодня данные лампы опробуем на классике, потому что лампа P21W более широкое применение имеет именно на классике. Там эти лампы применяются и для сигнала заднего хода, также являются они стоп-сигналом. Вот, правда, габариты совсем другие лампочки там используются. Ну да ладно, в общем, посмотрим, как это будет выглядеть на классике. Перемещаемся к автомобилю.